Поздравлять молодых мам готовится Министерство социальной политики. В это воскресенье отмечается День матери. Женщины, чьи малыши появятся на свет 24 ноября, получат целую коробку подарков. В ней будут наборы для ухода за новорожденными. Волонтеры подготовили более 200 подарочных наборов. Они включают в себя одежду, боди, шапочки, носки, чепчик, пеленки, полотенца, детскую косметику и маникюрные ножницы, термометр для воды, погремушки и бутылочку для кормления. Все это упаковано в яркий бокс, который в дальнейшем родители смогут использовать для хранения игрушек. Проект «Подарок новорожденному» реализуется на субсидию Министерства соцполитики. Все вещи в наборе, необходимые для матери и ребенка в первые месяцы жизни, исключительно российского производства. На сегодняшний день по категориям, скажем так, семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации по тем или иным признакам, то есть действует целая система мер поддержки, то есть начиная от государственной социальной помощи, заканчивая какими-то ситуационными действиями и предоставлением социальных услуг. Здесь мы говорим о том, что мы не выбираем какую-то категорию. Это просто определенная акция, приуроченная к Дню матери, когда любой новорожденный получит эту помощь.